Добрый день, вашему вниманию сток. Это нижнее белье Триумф. Мы его специально разложили по видам. Здесь примерно такая ситуация. 35 будет низа, причем низ делится, и 16 будет верха. Верх тоже делится. Мы разделили на хлопковые трусы, бесшовные трусы, которые сейчас очень актуальны, трусы кружевные, утяжка и что-то, какое-то белье. Давайте поподробнее. Начнем с трусов, которые без шовные, то есть они сейчас в моде. Черные, длинные, размер М. Здесь идет S-ка, уже модель другая. Вообще качество, конечно, классное. С этикетками большая часть, меньшая часть без этикеток. L-ка, тут у них есть еще логотип Триумфа. Вот такие вот этикетки, они почти везде. Если где-то нет, то это прямо единицы. Размер L, тоже бесшовная. Бесшовное белье любят, потому что многие носят спорт, уважают спорт, и, соответственно, он не дает вот видимости нижнего белья. Это L. Здесь XL. Размер L. Здесь с небольшими такими красивыми вставками по размеру M-ка, L бесшовная, XS, и размер XL. А это штучный товар, плечики в вес не входят, но они присутствуют. При этом они присутствуют. Дальше пошли кружевные, либо нейлоновые трусы. Тоже так же с логотипом. Размер здесь XL. У них просто более плотная. Она не такая толстая, но все равно есть шов. XL. Размер M. Так, вот смотрите, да, 20 евро стоимость у этих трусов. 2 XL, потому что не загнуто. Размер L. L. Это тоже можно отнести к бесшовному белью. S. Здесь тоже едва заметен шов, но он все равно присутствует. И здесь по размеру 2XL. Сетка, кружево. Давайте дальше посмотрим хлопок. Не стринг, здесь есть логотип по размеру. Это небольшие, не очень большие. Размер не видно. Хлопок L. Хлопок L. Качество очень хорошее. Размер L. Сорок четвертый европейский. Сорок четвертый европейский. Логотипчики везде. 42-й европейский. 48-й хлопок. Высокая талия. 44-й. Сорок шестой. Сорок шестой. Сорок шестой. Сорок второй. Сорок шестой.
есть утяжка. На высокой талии она заходит на талию по размеру 44. Давайте посмотрим бюстгальтера. Так, здесь у нас размер отрезан 70D. Красивая. То есть я скажу так, что вполне модная, потому что сейчас пушап наверх не делают, только до середины. Это прямо вот последние размеры, ну, пальмета я смотрела, но триумфа та также сделана. Они, кстати, очень удобные. Здесь костюм представлен, ну, то есть вверх-вниз по размеру, размер М. А вот бюст, сейчас скажу, это 80F. Он мягкий, но на косточке. Трусики с кружавчиками. Серия спортивных, то есть у них это бесшовное белье с пушапом. По размеру это М-ка. Есть точно такой же черного цвета размер L. Очень хорошо для спорта, ну, под свитер. Вариантов использования просто много. Такой же размер М. Вот для... А, вот еще один есть. Вот так вот он смотрится. Не знаю, мне нравится. Красивые. Мне кажется, это очень удобно. Здесь размер XS. Это по спорту. Дальше, смотрите. Очень нежный, воздушный. Такая интересная заклепка. Прямо вот хочется на него смотреть. Очень хочется. Это S. Точно такой же. Размер М. И есть еще один такой же. Так, здесь размер L. То есть S, M, L. Ну, красота. Еще вот здесь вот логотипчик блестит. Материал какой-то, знаете, как поролон тонкий. И такой пушап, который не будет делать объем, но в то же время будет красиво поддерживать. Простите, из этой серии еще один. Такой же по размеру это будет Элька. Как красота. Кружево. Есть косточка. Чашка такая полумягкая. У нее здесь есть уплотнитель небольшой. По размеру это 90 по объему. Чашка А. Так, пушап, чашка А по размеру 80. Здесь спортивный бюстгальтер или со спортивным характером. Европейский размер 90, объем чашка Б. Но это спорт, прям у него, смотрите, очень такие плотные резинки. Здесь они с каким-то уплотнителем. Наверное, они для большей жесткости, чтобы держали объем. И если майка, допустим, будет сверху просвечивать, либо же виден этот бюстгальтер, то это, можно сказать, не бюстгальтер, а спортивный топ. Классный. Мягкий, удобный. 80C. Пушап 75А. Мягкий на кости. Чашка D. А, европейский. 95 объем, чашка D. И здесь идет костюм, который посчитан как разные единицы. Это леггинсы спортивные L. По размеру L у них, смотрите, вот до сюда не прозрачная, а то есть тут получается есть второй слой, который защищает от просвечивания, а здесь уже получается прозрачно, здесь и здесь. Очень хорошее качество, это L, а топ размер M спортивный, чтобы его получше было видно,
Я вот так вот покажу, то есть спортивный. Это размер M. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.